бойтесь, у него не остались воспоминания того тигра, каким он был раньше. Слушаю приказы. Отлично. Не бойтесь, хоть он и выглядит слабым, но выстрел у него может пробить Ратта. Ладно. А это что за ящик? Там все мои идеи. Так, ну посмотрим, какие тут. Так, чертеж КВ-44, КВ-6, Т-34, КВ-1, Ратта, Роба, КВ-41, Рапты, чертеж Левиафана, Доры. Так, этих всех мы знаем. Они, наверное, попали в руки к немцам. Да, был у нас один шпион. Стырил у меня некоторые мои черти. О, а это что? КВ-54. Да ничего страшного. Там есть два мною не сделанных проекта. КВ-45, КВ-46. Я хотел бы их сделать, но у нас закончилась сталь. Не бойся, этот монстр поможет нам ее добыть, правда? Я готов. К чему приступить? Ну, даже и не знаю. Найди останки от ракеты и Сталина. Будет сделано. Но сначала надо проверить его броню и выстрел. Выпускайте. У него броня состоит полностью из титана. У кого? У нашего монстра? Нет. У того, на ком мы тестируем эту пушку. Несколько слоев? Ну да. Было очень сложно достать. Где? Охуеть. Профессор, это... Вы как объясните, он должен выжить после этого выстрела? Да по-любому выживет. Этот выстрел может пробить всего-то насквозь КВ-44. Отлично, пускай выезжает. Так точно.